Розочка, скорее сюда! Это срочно! Что случилось, Алмаз? Он сейчас вылупится! Хип-хоп-тролль? Рюлик для широких масс, а папа-папи я Алмаз. Им император ювелирки, я читаю высший класс. Привет! Я знаю, о чем вы все подумали. Просто ваши глаза отвыкли от буйства красок, изобилия цвета и веселья. Похоже, друзья мои, вы пересмотрели мрачных фильмов с депрессивными антигероями. Пришло время впустить в свою жизнь немного тепла и света. Кто это? Я Рокс, королева хард-рока. Королева рока? Я уничтожу всю музыку, кроме рока! Дело в том, что на свете есть и другие тролли. Ого, серьезно? Те другие тролли не похожи на нас. У них свои песни, у них свои танцы. Мы настолько разные, что это даже сложно представить. С днем рождения! Наше различие не имеет значения. Нужно объединить всех троллей и не дать Роксу уничтожить нашу музыку. Я иду с тобой. Пора спасать мир! Все, пока! В мире, где все выглядят одинаково и поют одно и то же, не может быть гармонии! Я объединю всех троллей. Останется только хард-рок! Я никогда не сдамся. Этому не бывать. Поймала. Мои волосы, смотрите. Тролли. Мировой тур. Обнимашками в этот раз мы не отделаемся. Я смогу защитить тебя. Клянусь. Мизинчиком. Клятва на мизинчиках нерушима. Клятва на мизинчиках? Кино с 19 марта.